Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор на новинку от компании ICM под номером 32103. Миниатюра. Хочу обратить ваше внимание. В 32 масштабе. Ура, ура, ура! Любителям в 32 масштабе наконец-таки начали появляться миниатюры. Компания ICM уже выпустила ряд миниатюр. Также теперь еще у нас появились дополнительно. Это у нас набор немецкие кадеты. 39-45 года. Первое, что у нас красивый красочный боксарт. Далее коробка спортного капитала. Набор с лепитом. И инструкция. Давайте сразу номер окраса. Инструкция выполнена в виде одного листа формата А4 или глянцевый. Здесь у нас показаны три солдата, три кадета. Номера — это номера деталей на летниках, красные буквы на обозначение — это вариант окраски. Номера краски, которые необходимо использовать. Ну, теперь сам летник. Вообще, много раз я уже говорил и буду говорить. Компания ICM радует миниатюрами, они у них выполнены очень хорошо и качественно. Также и данная модель. Стыка пресс-форм, сразу хочу обратить на данную модель, нет. Далее, что у нас? Лица. Лица вообще пролиты четко. Глаза, губы, нос, все. Так, получается, на одной миниатюре у нас головной убор частично отсутствует. То есть вот он приклеен. Ну, нужно будет приклеивать отдельно. Далее. Голова. С головным убором. Блин, как же классно отлит вообще, конечно. Отдельно голова. Так, получается. Ну и также голова отдельно, головной убор вместе. Кисти рук, они все, ну, приделаны к рукам. То есть бывает, что отдельно, конечно, делается, но здесь все у нас на месте. Тут, я так понимаю, это у нас парашют и детали парашюта. Все мелкие детали, все-все-все, замочек, прям у замка прям видно, вот, почему он ездит. Вообще классно, конечно, сделано. Это очень радует. Качество восхитительное. Вот. Что еще сказать? Облоя нет, недоливов нет. Все замечательно. Ну вот и закончу на этой прекрасной моменте данный обзор. Модель у нас хорошая, модель замечательная. Если вы любите немецкую авиацию, миниатюру, то есть эта миниатюра прекрасно дополнит модель также учебного боевого самолета Бюкер, потому что компания ICM также выпускает в 32 масштабе. Но я думаю, что и к другим моделям эти миниатюры подойдут. Всем спасибо, всем пока!